сегодня мы с помощью вот этой замечательной штуки, это телефон, мы сегодня будем делать кое-что очень интересное. Приложение называется... Мскрд. Маскарад, да, оно называется. Всякая эротика, слишком много. А суть этого приложения в том, что оно вешает на вас... Ой, вы не должны были это видеть. Вешает на вас маски. И маски вешают очень круто. И как вы видите, тут есть очень много масок. Например, если навести нас на вот это... Господи, я от этой няшности просто сейчас укакаюсь. Не-не-не-не-не, сэмпай, сэмпай, сэмпай. Да, несколько лет назад, как вы знаете, снимался «Железный человек». Так вот, мало кто знает, но одним из каскадеров был бравый парень с Ютуба. Имя ему... Дэнкэ. Ты же понимаешь, о чем я? Сдадим их на золото? Сдадим эти Оскары на цвет мед? Это заслуга не только моя, но и совершенно всех людей, которые работали со мной вместе. И как бы... Продадим их, да? Ты чувствовал, когда у тебя только одно лицо. Сейчас мы поиграемся. А, палец вещами! А, как все сделаем? Сейчас я сяду. О, сейчас монитор упущу. Сложно, сложно. Блин, да в жопу. Ну давай! Я что, зря это делаю? Господи! Это... А следующий... Smoke the weed every day. Don't smoke the seeds. La 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 la. La 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 la. I want to know. Эй. И ради тебя, конечно, любимая. Why so serious? Господи, я сам себя испугался, это скример. Подпишись на канал Данка. Опять? Хватит меня пугать. Подпишись на мой канал. То чувство, когда Бэтмен не хочет играть в карты. Я тебе не мартышка! Кавай! Чё это у меня со лба торчит? Цветок! А, ты прикольный. 2007! В, значит. Витя, кушайте! Мам, хорошо, иду! Поднимите брови. О-о-о! Круто. Это что, перископ? Да, это перископ, лол. Это как в перископе, только... Только не перископ. Кстати, подписывайтесь на мой перископ, а также Инстаграм, ВКонтакте, все ссылочки в описании или прям где-то тут. Это не реклама. Этот год был очень и очень... тяжелым для нас. Но, конечно же... Не для меня!
Экзаменуш выполнякус! Уходи, ты чё тут возле меня? Ну что же, на этом все. Если вы хотите, чтобы я записывал чаще такого рода ролики, пишите в комментариях. Я буду читать, смотреть и так далее. Если вы хотите посоветовать какое-то приложение очень веселое или же какую-то игру, тоже можете писать в комментарии. Ну и просто можете писать что-то в комментарии. Не знаю, почему я держусь за стену. Наверное, потому что я наркоман. И потому что я думаю, что я упаду, если не буду держаться за стену. Чё я несу? Не знаю. А я вас всех очень сильно люблю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Если вы тут впервые, смотрите на ссылки в описании. Там есть только на страничку ВКонтакте, на Инстаграм. Там еще есть ссылка на паблик смешной. Все такое, я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Вы знаете, Gravity Falls в России очень-очень популярный мультсериал, и в последнее время особенно стало много слухов насчет того, что он существует в реальной жизни. В этом ролике я приведу вам много фактов и комментариев про то, что это все же правда. Факт первый. Все решают деньги. Даже воздух, который выдержит, скоро станет платным. Всем известно, что студии, занимающиеся разработкой и производством Gravity Falls, является Walt Disney. А как вы знаете, студия Walt Disney базируется в Америке. С чего стает ясным тот факт, что им невыгодно упускать такие доходы, которые несет Gravity Falls. Также с достоверных источников...